Уголовное дело в отношении депутата регионального заксобрания от КПРФ Валерия Быкова вновь рассматривается в суде. В понедельник, 14 февраля, прошло первое слушание. Коммуниста обвиняют по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации получение взятки в особо крупном размере, а его знакомого Павла Сычева в посредничестве. По версии следствия, в октябре-ноябре 2018 года депутат при содействии своего знакомого, бывшего сотрудника правоохранительных органов, получил от генерального директора одного из коммерческих предприятий взятку в виде 2% доли в уставном капитале его компании стоимостью 4,5 миллиона рублей, а также деньги размером 1 миллион 700 тысяч рублей. За это Быков обещал не инициировать проверки деятельности предприятия на предмет соблюдения законодательства России о недропользовании, а также общее покровительство деятельности компании. Обвиняемые вину в инкриминируемых им деяниях отрицают. Мы абсолютно уверены в своей невиновности и будем добиваться до Верховного суда. Напомним, что 2 апреля 2021 года Петропавловский городской суд признал Быкова виновным по этому же делу. Его приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере почти 27 миллионов рублей. Но 8 июля краевой суд отменил приговор и отправил уголовное дело на дополнительное расследование. Валерий Быков был освобожден из-под стражи.